Спросите у осени, спросите у лета, спросите у радуги и у лунного света. Спросите у облака, услышите вновь, это любовь, это любовь, это любовь. Держи. Благодарю. Ариночка, спасибо вам большое, что разрешили у вас переночевать. Да ну не за что. Ты как сумку собираешься вызволять? Очень хороший вопрос. Я не имею понятия. Самое печальное то, что в сумке и телефон, и паспорт. И еще, как назло, мне завтра с утра нужно быть обязательно в офисе, потому что ко мне должен прийти клиент. Да, ситуация. Угу. А у тебя номер телефона Милы есть? Угу. Позвони ей, а? Ну, не зря же я в эту авантюру ввязалась. Я заодно с ней поговорю и, может быть, сумочку свою заберу. Аня, почему ты решила, что она будет с тобой разговаривать? Так а ты же ей не скажешь, что с ней собралась разговаривать я. Скажи, что тебе с ней нужно поговорить. Ну что, позвонишь? Да. Да все нормально со мной. Тань, ну вообще рано еще очень. Чего? Ты чего? Я же просил сюда не приходить. Ладно, сейчас иду. Да, алло. Да, Арин. Нет, я сейчас у родителей дома. Да, конечно. Давай. Тань. Тань. Илюш. Зачем ты сюда пришла? Зачем? Мы же договаривались. Мои могут нас увидеть. Мои, твои. А мне плевать. Кого мы пытаемся обмануть, а? Мы оба несчастны. Ты с Милой, я с Носовым. Я не могу больше так жить. Слышь, мне это надоело. Не кричи. Я долго думала и поняла. Мы должны быть вместе. Слышишь? Всегда. Да. Да, ну как? А мы спешим. Сбежим. Носова, от Милочки, от Игоря, от всех твоих рассказов. Они тебе не надоели? Надоели, ну. Что ну? Что ну? Ты замечательно играешь в покер. Да, у тебя талант. А то, что было вчера, это просто ситуация такая была. Вспышка. Мы едем за границу, ты и я, слышишь? Будем вместе. Я не знаю. Не знаешь? Раньше ты не был таким. Ты сама подумай. Мы уедем. Кому мы там нужны? Мы нужны друг другу. Согласен. Но ты говоришь покер. Нельзя полагаться только на это. И на что мы будем жить первое время? У нас нет денег. Предоставь это мне. Я все продумала. Выезжаем в 8. Я возьму такси и буду ждать тебя.
Вещей можешь не брать. Мы купим все новое. Главные документы. Я не могу. Ты можешь, ты можешь. Именно так и начинают новую жизнь. Я буду ждать тебя в 8 на выезде из города. Вы милая девушка? Да. Нам нужно с вами поговорить. Меня зовут Аня, я давно вас искала, и наконец-то я вас нашла. Давайте мы с вами отойдем. И... Можно на «ты»? Да, конечно. Отлично. Валера, он вернулся. Ну что? Давай, рассказывай отцу, где ты был. Да тут я был, тут. Воздухом дышал. Присядь. Продышался? Ну, а теперь ответь мне. Как ты вообще посмел вчера заявиться в таком состоянии? Ты вообще помнишь, что ты вытворил? Частично. Да я такого позора за всю свою жизнь не испытывала. А ты, сынок, знаешь, что жена твоя ушла? И, как по мне, очень правильно сделала. Потому что это не мужик. Это не муж. Это так. Недоразумение. А зачем ты меня искала? Мила, я хочу, чтобы ты знала правду. Андрей, он тебя очень любит. Серьезно. А в тот вечер, когда ты меня у него застала, я просто приехала к нему в гости. У меня были семейные проблемы, и я попросилась переночевать всего на одну ночь. Послушай, он после этой ситуации меня стал избегать, и я-то даже не подозревала, что происходит. Но потом, когда узнала, что это все произошло из-за меня, я решила к тебе приехать и все объяснить. Но, видимо, поздно. Очень жаль. И получается, что... Опоздала я, потому что я даже не рассчитывала на то, что ты так быстро выйдешь замуж. Я не очень хочу об этом говорить. Понимаю. Хорошо. Я поняла. Ладно, я бегу. В общем, спасибо тебе. Я очень благодарна, что ты приехала и рассказала мне все это. Мне, правда, было очень важно в этом разобраться. Пускай так поздно. Ну ладно, ладно, ты не кисни, все будет хорошо, я это знаю. Давай, пока, держись. Пока. Как ты вообще мог надраться, прийти в таком состоянии, в такой день, в праздник? У тебя вообще мозги есть? Есть мозги! Это не мозги! Это не мозги! Это так, кефир какой-то! Да уже поздно, поздно, понимаешь? Поздно что-либо! Сформировался уже. Ты вообще заметил? Вчера здесь были журналисты. Спасибо тебе, сынок. Спасибо. За свежие живые новости. За пиар. За все тебе спасибо. Илюшенька, ты вообще... Ты понял, да, что Милочка ушла? Понимаю. Понял? Знаешь, с кефиром в голове, а понял. Ну и делай, что будешь. Я хочу, чтобы она вернулась. Но я боюсь, что она меня не простит. Хочешь, чтобы вернулась? Так делай что-нибудь! Делай что-нибудь! Еще раз. Коль, принеси молочка. Мы забыли гитару рассказывать. Да.
Ничего, я гитару мы заберем. Я сегодня после работы поеду к Рассказовым и заберу. Мил, если ты окончательно решила развестись с Ильей, мы с мамой тебя поддержим. Спасибо. И вообще мы рады, что ты опять с нами. Снова дома. Снова с нами. Будем жить, как раньше, втроем. Ты, я и папа. Нет. Мам, я приняла решение. Я переезжаю в Зеленогорск. Буду учиться в музыкальном училище. Значит, ты тоже учишься в педагогическом? И у тебя там все очень хорошо. Мама, почему ты меня никогда не понимаешь? Лена. Подожди, Коля. Потому что мы это с тобой уже обсуждали. Тебе нужно получить нормальное образование, а не забивать голову всякой ерундой. Я люблю музыку, мам! Ну и люби, пожалуйста, люби! Я что, тебе запрещаю? Я тоже люблю музыку! Может быть, это поскромнее? А, нет. Останемся в шикарном. Теперь духи. Этот запах слишком для них хорош. Вот этот сойдет. Попроще. И вздохнули духи. Порядок. Похоже, завтрака сегодня не будет. Свекровь в полной прострации после вчерашнего. А пап тоже под большим впечатлением? Ну, мягко говоря. Малой такой. Учудил. Да уж. Ох. Оксана Тимофеевна, доброе утро. Доброе утро. Вы сегодня шикарно выглядите. Я всегда стараюсь выглядеть прилично. Странно, что ты этого не замечаешь. Привыкла блистать. Снова надела на себя эти фальшивки. Ты думаешь, это фальшивые драгоценности? Конечно. Не стоит только кому-то обратить на них внимание, как она заводит свою любимую песню. Травит одну и ту же байку. Вчера я слышала эту историю про какую-то принцессу. Франческа. Это наш любимый семейный сказочный персонаж. Как ты думаешь, могла бы бабуля нацепить на себя несколько миллионов долларов и отправиться куда-то по своим бабулькиным делам? С нее останется. Я ухожу. А Игоря ты не дождешься? Ты знаешь, муж позвонил, сказал, что нужно вернуться домой. Срочно. Всем привет. Привет. А.
Александра Тимофеевна. Ну, это сюрприз, конечно. Здравствуйте. Добрый день. Мила дома? Да, в своей комнате. Ну, и как она себя чувствует? Ну, после вчерашнего, конечно, настроение не очень. Я ее сейчас позову. Не надо, не беспокой ее. Я к вам пришла. Николай дома? Да, пока. Прекрасно. Сейчас. Проходите. Коля! Здравствуй, Николай. Вот это гости. Здравствуйте, Оксана Тимофеевна. Рад вас видеть. Милочка тоже очень обрадуется. Она успела к вам привязаться. Ой, а чай или кофе? Кофе, если можно. Я, к сожалению, вынужден буду откланяться, опаздывая на работу. Эт, Николай, у нас такой разговор серьезный, что работа твоя подождет. Присаживайся. Это в первую очередь касается тебя, Лена. Ну, тебя, Николай, тоже. Давайте поговорим о будущем вашей дочери. Я не буду касаться вчерашней ситуации. Ну, я не оправдываю своего внука. Он олух и болван. Но не в нем дело. В вас. Да? Ну, допустим, Милочка разведется с Ильей. А что дальше? Что вы имеете в виду? Да дайте ей шанс жить самостоятельно. Для себя. А не для папы, мамы или еще какого-нибудь мужчины. Что же вы не даете ей вздохнуть свободно, а? Наметили траекторию. И шагай по флажкам. Шаг вправо, шаг влево, ни-ни. Неужели вы не поняли, что ваша девочка очень талантлива? Ее ждет большое будущее, если никто и ничто не будет ей мешать. Таня! Привет. Носов, а ты чего пришел? В смысле? Домой? Извини, я думала, ты на дежурстве и будешь только к ночи. У нас машина на техобслуживании. Поэтому я на часик заскочил, думал поесть чего-нибудь по-человечески. А ты куда собралась? А мне так тоскливо здесь одной. Ты целыми днями на работе, вот решила пару дней поживу у Игоря. Там у меня выкройки и много разных идей было. Ну да, конечно. Да и я соскучилась по брату. Почему не предупредила? Я сидела, и вдруг мне мысль в голову пришла, что я так соскучилась по дому. Ты видишь, я совсем мало вещей с собой беру. Я ненадолго. Значит, давно не виделась с братом. Опять же, выкройки. Понятно. Ты сердишься на меня? Отпустишь? Ну что ты, конечно. Поступай, как считаешь нужным. Ты когда вернешься? Послезавтра? Да. А машинку тоже Игорю перевезти? Я... Нет, не надо. Я дома уже шить буду. Свитер возьми. О, спасибо. Обещают похолодание. Спасибо. Я буду ждать. Оксана Тимофеевна, ну, хорошо, я согласна. Возможно, вы правы, и я давила на Милочку. Но, честное слово, ради ее блага. Ради блага не давят. Ради блага помогают в меру сил и не мешают. Оксана Тимофеевна,
Мам, пап! Здравствуйте, Оксана Тимофеевна. Я все тщательно обдумала и решила. И что же ты решила? Я поеду в Зеленогорск и буду учиться в музыкальном училище. Молодец. Молодец. Но ты твердо решила? Да. Значит, все у тебя получится. Ну, не получится. Набьешь пару шишек. Только это будут твои собственные шишки. Ну, не знаю, Оксана Тимофеевна. Может быть, вы правы. Вперед, дочь. За своей синей птицей. Слушайте, у меня отличная идея. А давайте все вместе пообедаем. Милочка, мы сейчас накроем на стол. А красненькая у тебя есть? Есть беленькая, пино гри. Сойдет. Ну что, Николай, а тебе на работу надо, да? Коварная вы женщина, Оксана Тимофеевна. Понимаешь, Коля, есть такие моменты, когда важнее побыть дома. Согласен. Пап. У меня к тебе дело. Слушаю тебя. Я должен ехать в Зеленогорск. Проблемы в типографии? Наоборот, встречаюсь с заказчиком. Хотят широкоформатную печать на баннерной ткани. Ну хорошо, езжай. Отчет по строительству на Озерной закончишь завтра. Да, ты у меня там готово почти все. Я как вернусь, сразу тебе вышлю. Ты уже извини, что я тебя эксплуатирую сразу на двух работах. Просто этот объект на Озерной я никому, кроме тебя, доверить не могу. Я понимаю, пап. Все, я поехал. Удачи. Да. Артем. Я что хотел сказать. Ты единственный, на кого я могу положиться. Спасибо тебе, сынок. Пожалуйста, пап. Все, все. Да, поехал. Понимаешь, я же не преподаватель вокала. Это вот все, что на моем опыте. Но я знаю, что диафрагма — это самое главное. Ну-ка, давай. Вот, чтобы не прерывался звук, ты представь, что льется вода ровным, плавным потоком. Ну-ка, попробуй. На «о». Молодец. Теперь на «у». Молодец. Ну, а теперь на «шу». Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Слышишь? Она опять поет. Ну, значит, все правильно. Мы все сделали правильно. Позвони ему. Что? Позвони ему. Кому? Андрею. Прямо сейчас? Да. Прямо сейчас. Елена Ивановна, я вас слушаю. Привет, Андрюш, у тебя есть минутка? Ты можешь сейчас говорить? Могу. Андрюш, послушай, я хочу тебе сказать, что ситуация с деньгами прояснилась. Прости нас, пожалуйста, за то, что мы тебя подозревали. Прости меня, это я во всем виноват. Ну, это
это очень хорошо. И я очень рад, что все выяснилось. И, Елена Ивановна, я абсолютно на вас не сержусь. Давайте, может, забудем просто про это. Ну, как говорится, кто старое помянет, тому... Спасибо. Спасибо, Андрюш, действительно. Да, ты прав. Лучше будет это все оставить в прошлом. У меня к тебе еще одна просьба. Ты приедь, пожалуйста, сейчас к нам. Это касается Милочки. Алло? Алло, Андрей, ты слышишь? Да, я вас слышу. Андрей, ты очень, очень ей нужен. Но ведь она не любит меня. Ты приезжай и сам ее спроси. Мам, ты все слышала? Я очень сильно люблю тебя. Оксана Тимофеевна? Оксана Тимофеевна, вы обедать будете? Воздержусь. Кабинет частного психолога Анны Тарасовой. Я вас слушаю. Говорите. Частный психолог? Интересно. Алло, Миш. Артем. Привет. Здравствуй. Как сам? Жив-здоров, а ты? Молодец. Давно не виделись. Да, давно не виделись. Слушай, у тебя вот те связи в милиции еще остались? У меня друзья везде есть. Mm-hmm. Требуется помощь? Да есть одно дело. Телефон рабочий пробить. Mm-hmm. Mm-hmm. Городской. В Зеленогорске. По какому адресу зарегистрирован? Ну, вышли смс-ку и пробьем. А, хорошо. Ну, человек обязательно какую-нибудь пакость учинить. Хотела пригласить вас к столу. Ищу по всему дому, а вы тут. Что вы делаете в моей комнате? Я виделась с Милочкой. Она попросила меня поискать ее сумочку. Такая коричневенькая, замшевая. Я не видела? Каким образом сумочка Милы могла оказаться в нашей с Артемом комнате? Ну, наверное, каким-то необычным. А обедать я не буду. Не напрягайся. Кто тут был? Таня с утра заходила, я же тебе говорил. Привет от сестры. Горячий. Все понятно. Да у нее крыша поехала. Найди ее. Нет. Давненько у меня этого не было. Чего этого? Чувство, что тебя кинули. Причем кинул тот, кому ты больше всего верил и доверял. Да она наверняка вернется. Это же Таня, ты же ей за отца был. Да и бабки она вернет.
Идеальная Хоку. Чё? Не заморачивайся. Дело не в деньгах, Димон. Просто Танька выросла. Я после смерти родителей очень долгое время был для нее главным мужчиной в ее жизни. Конфет носил. Мальчишек бил, которые над ней смеялись из-за того, что она бедно одета. И шачил. Шачил, пока не одел ее в самое лучшее. Все для нее. А потом какой-то прекрасный день. Твоя сестренка втюхивается в какого-то дебила и ворует твои же деньги. Ты что же воровал, когда малой был? Ты сам не рассказывал. Так я же из-за любви, чтобы у нее было все самое лучшее. Ну, вот и она из-за любви. Танька, Танька, дура. Можно? Никого. О! Извините. Как вы меня нашли? По паспорту. И вашей рекламе в интернете. Хотел вам ваши вещи вернуть. Я понял, вы не воровка. Простить, все так неловко вышло вчера. Но вы тоже хороши. Спасибо вам за паспорт. Не за что. Хотел вас спросить. Вы все-таки зачем хотели к нам в дом пробраться? Я ничего не собираюсь вам объяснять. И вообще, почему вы ведете себя как дикарь? А вы психолог, да? Да, я психолог. А семейный? Я замужем. Я знаю. Видел ваш паспорт. Можно к вам на прием записаться? Занято все на целый месяц. А если я вам верну ваш мобильный телефон, который я дома забыл? Завтра 2 часа, у меня есть окно. Заболел клиент. Хорошо, я приду. А вам зачем? Меня кошмары мучают. Может, поможете? Может, помогу. Спасибо. До свидания, Анна. Юрьевна. Анна Юрьевна, да-да. Я же видел ваш паспорт. Замечательная солянка. Не находите? Кстати, маслины положила, как вы любите. А вам не нравится? Слушай. По какому поводу столько радости, а? Если в доме сплошные неприятности. Простите. Просто мне только что в голову пришла одна замечательная идея. Какая? Ну, сейчас не могу сказать, чуть позже. Все рушится. Все валится. Я даже не знаю, как это переживу. Валентина Петровна, дорогая, ну все наладится. Попробуйте. С вустерским соусом, как вы любите. Артем на работе? Да. Ты его покормила? Конечно. А куда он вчера выходил? Во время праздника? Во время этого кошмара, Ира. Ой. Артем не сказал, вы же знаете, что он не любит отчитываться. Ну-ну, конечно, они все не любят отчитываться. А потом... Господи, какой кошмар. Как я буду Подольским в глаза смотреть? Ой, ну вы преувеличиваете. Ну, напроказничал мальчик, ну, выпил лишнего. Ну, это, кстати, жена виновата, что не может удержать его рядом с собой. Зато у тебя с этим все отлично. Это что, разве плохо? Это очень хорошо. С таким тяжелым характером, как у Артема, вообще не знаю, как у тебя это получается. Да, у него сложный характер, но... Не существует такого зверя, которого бы не могли приручить нежные женские руки.
прости меня. За что именно? За то, что с таким мной ты не хочешь быть моей женой. Как у тебя это получается? Одновременно быть таким невыносимым, что просто убить хочется. Каким-то таким. Каким? Тем, с кем можно идти в горы. А, бабуль, ты тоже мне мораль хочешь почитать? Давай, добей меня еще ты. Знаешь, по части морали так мамаша. Папа тоже красноречив. А мне не хочется тратить свое время. Переживаешь? Я не хотел, чтобы так получилось, правда. Ну, чего ж теперь после драки кулаками махать? Я звоню Милочке, она не отвечает. Нормальная реакция, я бы тоже не отвечала. Вот, сыночек, ты реши для себя сам, что тебе нужно, и действуй. Понимаешь? Вот, Милочка, это забыла у меня в комнате. Знаешь, как расстроилась? А вдруг? Илья, ты куда? Он что, с гитарой? Зачем? Как вы думаете? Может быть, к Милочке мириться? Господи, только бы все наладилось. Ну вот, я же говорила, что все будет хорошо. Вот когда будет хорошо, тогда и будешь говорить свои фразы. Привет. Привет. Как ты? Устал? О, как собака. Пришлось ехать в Лениногорск по делам отца. Там еще отчет заканчивать. А ты как? А у меня прекрасная новость. Только что заказала себе билет на самолет. Куда? Хочу попасть на недельные курсы по основам кулинарного дизайна в Карданблю. Где это? Карданблю. Всемирно известная поварская академия. Ага. Это интересно. Да. Я всегда мечтала стать экспертом в области разработки новых дизайнерских решений. Дема, а это откроет новые перспективы. Ну, не знаю. Ты не рад? Ириш. Ну, все-таки целая неделя. Как все это внезапно. Тёма, ну ты даже соскучиться не успеешь. Эта неделя пролетит незаметно. Ну, перестань. Я уже скучаю. Перестань. Карданблю. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, самый красивый букет. Смотрите, вот прекрасный выбор. Так. Допустим, эти. Так, вот эти. Хорошо. Thank you.
спасибо. Девушка, долго еще ждать будем? Поехали. Как дела, старушка? Бывало лучше. Я что так? Что-то давление поднялось. Держись. Держись, Валентина. Знаешь, как в поговорке? Как-то оно будет, потому что никогда не было, чтобы не было никак. Это что, мы все будет хорошо. Спасибо, мама. Ты что? Какая тебе мама? Это ж мама. Оксана Тимофеевна. Ну, не начинайте вы. Я не начинаю. Это я еще не начинаю. Почему на нас все свалилось сразу? Ой, теперь весь город будет шуметь. А с Подольскими я вообще не знаю, что делать. Все это чушь собачья. Вот я буду тосковать по своей птичке певчей. Илюша пошел к ней мириться. Боюсь, что она уже сделала свой выбор. Эх. К тебе можно? Да. Проходи. Я пришел просить прощения. Прости меня.